В Самаре отметили башкирский праздник Карагатуй. Он считается одним из самых древних у башкир и отмечается повсеместно. Главное в нем – накормить вестников весны грачей. Считалось, что если они будут сыты, то и год будет урожайным, а жизнь благополучной. Весной проходит вот такой праздник, праздник прилета птиц. И у нас есть возможность встретиться, поговорить друг с другом, обменяться своими новостями. Вот я благодарна этому. Я очень рада, что сегодня очень много пришли народу, очень много пришли со своими гостинцами, деревенские выпечки, с хлебом, караваем огромным приехали. Этот башкирский весенний праздник Карагатуй стал частью культурного календаря в Самаре. Его отмечают уже 16-й раз. Участниками стали представители других народов, которые могли познакомиться с традициями башкир, увидеть предметы быта, полакомиться национальными угощениями. Чак-чак, буурсак, национальный хлеб и пшенная каша – символы башкирского Карагатуя. Каждый праздник – это не только возможность прикоснуться к традициям других народов, проживающих по соседству, но и пообщаться друг с другом. Организовывая подобного рода праздники, как Навруз, Карагатуй, Акатуй, Сабантуй и многие другие, объединяя в рамках этих праздников, приглашая на них представителей разных народов, мы имеем возможность приобщиться к традициям разных народов, найти отклик в своей душе тем чаяниям, тем культурным традициям, которые мы можем увидеть на этих праздниках. Самара – город многонациональный. Башкиры являются коренным народом, издавна живущим в степных районах нашей области. Одно из самых немногочисленных, но коренной народ в Самарской области. У нас всего порядка 8 тысяч. Мы ожидаем осенние переписи. Ждем все-таки, что всплеск, наверное, будет, может быть, побольше, чем 8 тысяч. Но это, конечно, надежда любой малого народа, что мы не пропадаем, что мы не уходим куда-то без веса, что существуем, есть. В праздничном концерте принимали участие башкирский народный ансамбль танца «Лейсан», артисты из Большечерниговского района, гости из Пугачевского района Саратовской области. Особым подарком для всех стало выступление артиста филармонии Республики Башкортостан. Oh, 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 oh